Сегодня Viva Telecom познакомит вас с радиостанцией коммерческой серии Motorola CP140. Значит, станция Motorola CP140 16-канальная, без дисплея и клавиатуры. Остановимся на органах управления. Значит, с левой стороны станции расположена кнопка передачи и две функциональные кнопки, значения, назначение которых программируется через специальную программу. Сверху расположен антенный разъем, далее переключатель каналов и ручка включения радиостанции, и она же является регулятором громкости одновременно. С правой стороны радиостанции расположен аксессуарный разъем, закрытый резиновой крышкой. Двойной контакт здесь. У всей коммерческой серии он одинаков. Аккумулятор крепится на алюминиевом шасси и фиксируется отдельно. И вот таким образом снимается. То есть крепление здесь достаточно надежно, то есть заходит в пазы металлические. Здесь также аккумулятор пластиковые крепления, но достаточно толстые. Тут есть вырезы, чтобы заряжать в настольном зарядном устройстве как радиостанцию полностью, так и аккумулятор отдельно. Значит, сама радиостанция выполнена на алюминиевом шасси, на прочном, как я уже говорил, и позволяет работать даже в трудных условиях.